have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами на таком интересном месте. Сейчас у нас, кстати, два копья торчит. Так, вон то место, где мы в прошлый раз отъехали. У нас тут есть зеленый придурочек, у нас тут есть два копья. Кстати, если я это кину, да, я смогу взять. Мне есть одно копье. Да, почитал я, в общем, комменты. Спасибо, Слаг. Многие вещи понял, осознал, так скажем. Так, тварина, как бы мне с тобой-то не встретиться? Я там по пути обмансил еще парочку таких дебилов. Ему не понравилось? А-та-та, там что-то большое! Ходу, ходу, ходу! Нет! Копье просто в него вонзилось и отскочило. О, блин, ты там застрял. Сдохни, пожалуйста. Заодно, пока я убегал от него... Там вот эта большая фигня, которая мне крайне не нравится. Все, до свидания. Фух. Да, почитал немножечко, понял, осознал. Спасибо. О, души мои, спасибо. Иди сюда. Насчет того, могу я здесь пролезть или нет. Давайте... Нет! Не ты! Та-да! Брось! Фу! Плюнь! Это тоже улица. Ладно. Продолжить. Хорошо, хоть душу успел забрать. Хорошо, вопрос такой. Те копья, которые я в них повтыкал, они остаются в них втыкнуты или... Нет, то есть, просто если мы говорим о том, что... Типа, кинув несколько копий в одну и ту же живность, ее можно убить. Значит ли это, что живности тут не так много? О, там выползло. Нам. Вспоминай скорей. Вон туда и там потом упасть можно. Ну, пойдем туда. Надо еще одну. Короче, слушайте, копья — это самое эффективное, что здесь есть. К черту все остальное. Там вы говорите, что типа можно пробраться с помощью копья. Я понял. Попробуем. Копье куда-то здесь упало, стой. Вон оно, вижу. Я вообще птицу хотел схватить. Куда нам? А, стойте, а что если... Оп-оп-оп. Да-да-да-да-да-да, до свидания. И беги! А, их там два. А только по низу можно проехать, да? Так, ладно, минутку. Так, а куда я пойду? Оп, если попаду вниз. Вниз это через... А, кстати, возможно, это еще и неплохо... Будет, ну-ка. А, это вот так вниз. Просто вниз я не попаду. Что там наверху? Напомните мне, раз он туда вывалился.
Я могу ее есть? Вот тут. Могу. Еще одну с собой возьму. Хорошо, поехали. Это мы сейчас... Погодите, а мы тут разве не были? Ладно, если у нас есть вариант сейчас... А, там опасность, я понял. Оп, а это куда это наверх? А, также я понял насчет дождя, спасибо. То есть это... Спасибо, блин, офигенно. Это бы с нами случилось в любом случае, если бы мы не добрались до убежища. То есть нам надо добираться до убежища. Иначе нас просто затопит. Блин, на самом деле это печально, что получается наш персонаж не умеет плавать. Так, вот это новое. Поехали. Это опять улица. Ну погодите, это какая-то... Другая улица? Или мне кажется? На улице опасно тем, что тут есть вот эти вот чертовы птички. С ними гораздо сложнее, чем с ползучими тварями. Я понимаю, что их можно различить по... Что это за дикари? Хамелеоны я заметил, но я заметил слишком поздно. Смотри, смотри, смотри. Не, я понимаю, что глаза крестиком, я уже не вырвусь, но... Почему им не надо ничего, чтобы ползать? Они просто ползают по стенкам, я тоже так хочу. Зырь, 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 что происходит? Они агрятся друг на друга. Откуси ему задницу. Улица это вдвойне страшно. Улица это вдвойне страшно. А как мне тогда? А что мне тогда? Может мне вот туда вниз? Давайте туда вниз. Там убежище есть, в котором я вроде как еще не был. Насколько я должен еще пасть, чтобы попасть туда? Вот тут вниз, и вон там тоже. Вниз! О, тут пожрать можно. Отлично. Да не... До свидания. Размансил. Забери фрукт. Сожри его. Возьми копье. Возьми остаток фрукта. Я не могу два копья взять. Это печально. Ладно. Куда мне там? Сюда вниз. Поехали. Вон там внизу убежище, да? Вижу. А! Больно. Ты что, уронил? Ладно, когда падаем, роняем. Это логично. Так, я туда проникнуть... А как туда проникнуть? Стой. Как-то с какого-то нижнего уровня. Через вот это, скорее всего. Да. Окей. Окей, окей. Так, держать вниз, чтобы положить. Ну ладно, я и так... Вроде бы так узнал. Фух.
Хорошо. Там за душами я с вами так и не сходил, но ладно, тут у нас вроде как... Это то убежище, которое я собирался искать еще в прошлый раз, но меня понесло вправо, теперь я наконец-то до него дошел, частично из-за того, что меня те двое синих мудаков вынудили. Ну, тут прикольное такое, кстати, местечко. Однако, куда теперь? Я бы, честно говоря, наверное, по низу походил бы. Что-то улица страшная какая-то. Ай, блин. А, давайте вот тут сейчас поднимемся на один уровень, потом спустимся, попробуем по низу походить. Ну его нафиг. Нет, тут, конечно, хватает и ящериц, и всякой другой шелупени. Так, стой, как его там? Не, погоди. Я забыл, как прыгать в длину. Блин, каждую серию это приходится в длину прыгать. Но я забыл, как это делается. Ладно, давай. Опа, вот так вот. Стандартным способом. Так. А, стой. Точно. Научили меня в прошлой серии, спасибо. А как туда... А туда уже никак не поп... А, или попасть. Попай. Нет. Это не то. А то... Я тогда зря копье потратил. Тут есть еще одно. А, вот тут внизу есть еда, кстати. И чем мне теперь с тобой делать? Оп, до свидания. Опа! Все, прощай. Да, я туда метнул копье, но я туда пока не доберусь. Я серьезно, я хочу превратиться... Нет! Нет! Я как-то преждевременно с тобой попрощался. Ох, красиво! Молодец, чувак. Да хватит! Нет, мне придется вспомнить этот прыжок, как он делается. Черт, это неприятно. Я каждый раз... Ты его то ли как-то... Стой. Вот так? Нет. Вот так. Все. Ай, чеканешься, пока вспомнишь. Нам сейчас... Прямо и вниз. Давайте попробуем. Да, кстати, насчет того совета, что исследовать территорию больше горизонтально, чем вертикально. Я понял. Так. Но улица, честно, улица страшна. О, мне сюда. Нет, мне не это. На улице вообще какой-то трындец творится. Я... Не-не-не-не-не. Я все-таки надеюсь, что я смогу каким-то образом мутировать. Не забрал фрукты. Красавчик просто. А! Нет-нет-нет-нет-нет, ползи! Вот сожрал он меня сейчас или не сожрал? А, просто в нору затащил и все. Продолжаем. Ладно, давайте я попробую продвинуться в ту сторону, потом вернемся. Короче, нет, ребят. Нет, я только что до сюда добрался. Да, я забрал свои души. Ну, посмотрите, в этой скотине два копья торчит.
Тут еще две разных ящерицы. Они не дохнут. Причем, ну, блин, я не знаю. Нет, ладно. Сейчас я просто посмотрю по карте, в какую другую сторону можно пойти. Хорошо, хоть успел подобрать то, что до этого потерял. Это козец. Да. В общем, получилось, что я похавал и решил прилечь поспать прямо там же, в том же укрытии. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, если можно сейчас обузить эту механику. Посмотрим. В общем, получается вон то нижнее укрытие. Я из него вышел. Нашел копье, разбил цветок. С этого цветка быстренько перекусил. И залез обратно. У меня вначале немножечко были проблемы с тем, чтобы уснуть. Видите, этот цветок опять закрытый, и сейчас опять в него можно фигануть копьем, он опять откроется, и опять с него поем. Или нет? Уже нет, это одноразово. Я понял. В общем, смотрите, в чем прикол. У нас, я так понимаю, что налево это... Это как раз водяные вот эти вот шлюзы, через которые мы проходили. Вниз идти... Меня вон там убили. Как мне проходить через... В общем, да. Через водяные шлюзы я оттуда пришел. Насколько я, если я правильно помню... Нет, не делай так. Вот эта фишка, кстати, с прыжком, она мне не нравится, честно я вам скажу, потому что... Отпусти. Она работает. Я не знаю, то ли у меня руки кривые, то ли эта механика работает криво. И, честно говоря, мне необходимо иногда хорошо прыгать таким образом, но я не могу, потому что меня это подставляет. И вот здесь... Стой. Отлично. Отличнейше. Нет, стоп. Отлично, я еще и палочку положил. Спасибо. Оно иногда получается, иногда нет. Секунду. Взять, удерживать карта, двигаться, прыгнуть. Удерживайте, чтобы сесть, нажмите, удерживайте вниз, пригнувшись, чтобы положить предмет. Это я, да, уже понял. Нажмите дважды, чтобы поменять предмет в руках. О, вот это, кстати, спасибо, это хорошая подсказка. Теперь, ну, потому что оно идет... Так... Прыгни, пожалуйста. Ладно, ребят, чуть попозже увидимся. Короче, ладно, это до сих пор криво работает. Я ничего с этим не могу поделать. Но еда у нас тут есть. Я ее даже целиком доел. Так, нам теперь желательно максимально вниз. Теперь вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Там наши души были, черт. А я до них не доберусь. Там столько этих тварей, что я до них просто не доберусь. Так, бусинка. Иди, вылези, пожалуйста. Опа, проглотили. Так. Ну что ж. Ну, кстати, белые грибочки. Так, все это смех смехом.
Но раз у нас реально... Так, вон убежище. Попробуем к нему добраться. Раз у нас в самом деле конец цикла обозначается дождем, и до дождя нам нужно убраться куда-нибудь в сейф-зон, то предлагаю сейчас щемать просто со всех ног. Чего? Ты кто такой вообще? Ёлки! А это не босс-файт какой-то? Посмотрите, что тут происходит. Вот это реально новенькое. А к убежищу, скорее всего, можем добраться, если через верх. Нет! Нет, нет, нет! Отпусти! Да я ж... Иди ты просто... Я ж копье... А! Я очухался! А! Нет, 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 нет! Плюнь, плюнь, плюнь! Это был мой шанс! А теперь, по-моему, убил, кстати. Хотя сейчас посмотрим. Он мне сейчас новые локации покажет. А! Нет! Я свободен! Она меня отпустила! Как я теперь отсюда выберусь, я не знаю, но я свободен. А, мне их как-то надо будет... Они дерутся. Блин, спасибо. Первый раз это сработало. Какая сейчас, четвертая серия или что-то такое? Но первый раз сработало то, что я живой остался. Так, они дерутся. Мы можем этим воспользоваться, чтобы попробовать... Нет! На этот раз меня точно водой утопило, да? Оттуда бы я никак просто по-другому не выбрался бы. Я всплыву, я еще оживу, нет? Или это я уже точно утонул? Нет, это я уже точно утонул. Дважды меня хватали, и в конце концов меня убила именно вода. Офигенно. Ладно, ребят, ладно, я понял. Так, ну начинается уже эта фигня. Мне, кстати, не очень нравится, что я искал то святилище, ну, святилище, лёжку, спячку, а мне теперь не очень нравится, что я там. Я хочу обратно переехать в верхнее. С него было удобнее добираться до остальных мест, потому что куда надо, ты просто упал, да вылези ты, пожалуйста. Вот, а куда не надо, оп, зацепился, красиво. Тут у нас, по-моему... Просто сюда. Да. О, а тут и наши души валяются. Спасибо. Я не знаю, каким образом. Мне что-то оно засчитало? Засчитало, прикинь. Опа. Вот это лежбище мне нравится немножечко побольше. Так. Все, будем спать. Я вижу, куда нам надо пробраться. Это чертовски сложно. Я не знаю, это не получается. Поверху идти, мне кажется... Скажем так, поверху гораздо больше хищников. А по низу больше именно препятствий и тяжелее мансить, что ли. Потому что куда-то добраться вверх тоже довольно тяжело. Давайте посмотрим... Теоретически, вот место, куда мы можем сходить, если получится. Я про вот это вот сейчас, видите, я своей тушкой показываю, куда нам надо. То есть... оно мне тут показывает, что у меня есть убежище. Два гарпуна и камень. Все, я думал, что это за символы такие. Два гарпуна и камень тут имеется. Оно мне просто показывает, что я могу с этим... Так, значит, теоретически мне сейчас один раз вниз. И потом чешем вправо.
максимально, сколько это получится. Вон там посередине как-то надо будет пробраться, пробежать, пролететь, не знаю, как это сделать. Вот эта вот длинная кишка тоже будет проблема, потому что в ней обычно тусят всякие животные. Вот, и это... О, здравствуйте! Тебе это не интересно. Ну что ж, опять мы здесь охотимся на птичек. То, что мы поедим, это, конечно, прикольно. Спасибо за это. Но... Оп! Хотя... Прыгни. Что мне делать с тем чуваком фиолетовым? Куда бы он делся? В общем, каждый раз, когда это доходит до вот таких вот мансов в тесных помещениях, это проблема, честно говоря. Давайте еще раз пойду посплю. Мне интересно, после вот сохранений и всякого такого, я же сплю, ну, какое-то время, положение мобов и, ну, всякая другая дичь, оно же меняется, скорее всего. Ну, я на это надеюсь. То есть вот он меня поджал, вот я поспал, ушел от него, и типа все хорошо, да, у меня в жизни. Так, сверху птички. Нам прямо. Значит, и идем прямо. Они прям сюда залетают, приятно. Эта штука мне упорно показывает туда, тоже говорить, двигаться туда, куда показывает эта штука. Но я даже не знаю, мне иногда приятно какую-то новую территорию глянуть. Сейчас, секундочку. В общем, на самом деле я сейчас, ну что ли, между двух желаний таких. С одной стороны, я хочу пойти и открыть что-то новое и неизвестное. С другой стороны, я хочу пойти туда, куда мне говорит вот этот вот желтый голос. Блин, тут говно ползает. И новые локации, новые территории, они прикольные. Мне нравится. То есть, залезь. Открывать для себя что-то новое, это приятно. Опа. А вот это не кушается, это не кушается. А-а-а, обалдеть! А и как? А как я его должен отличить? А как я его... Снизу палочка шире, так я его должен отличить? Я даже не злой, даже не злюсь сейчас, потому что это элегантно. Тут столько таких ловушек, которые ты попадаешься. Так чего? Как она тебя сожрала? Как это вообще произошло? Ну, то есть, да, обидно, что приходится проходить по несколько раз, но такими изощренными способами. Вот еще чего мне надо бояться. Вот еще чего. Обалдеть. О, еда. Ну, вылетай. Ну, вылетай. Ладно, не хочешь, не надо. Вот там жемчужинка. Я не помню, честно говоря, насчет жемчужинки писали или нет, или... Вынеси меня отсюда. Ты же меня не убил?
Или убил? Убил. Я живой? Да, уже все. Приехали. Это был очень быстрый способ сдохнуть. Причем, по моей собственной глупости, все нормально. Какой кошмар. Короче, я не знаю. Мне нужно как-то каким-то образом понять, как вот это вот по-человечески дальний прыжок совершать, потому что оно бешено криво и срабатывает раз в 10 раз. А в те случаи, когда тебе на него реально нужно положиться, оно не срабатывает, и это печаль, потому что обычно это те случаи, когда от этого зависит твоя жизнь. Но вот как-то не складывается. Там нужен длинный прыжок, потому что без него очень тяжело допрыгивать. Это! Уйди! Уйди! Сколько в тебя нужно кинуть этого копья? До свидания. Сколько? Раза 4 в него это копье кинул? Может, его как-то в открытую пасть надо кидать? Ладно, фиг с тобой, пойду сюда. А мне вверх или... Не, мне вперед. Нормально. А что мне с ним делать? Я воткнул в него эту фигню. Но ему больно, да. Почему он ящериц не жрет? Говна кусок. Так, это наверху, а мне вообще... Ну что ж, я думаю, что нам вот тут заодно и похавать можно. Ешь. Погодите, это какая-то, мне кажется, новая территория, да? Да, новая. Поехали, посмотрим, что там. Может, нам еще и убежище какое-то подсветит, а? А? Было бы хорошо, как... Хорошо, хоть не насмерть. Я прям к нему в руки приехал. А, спасибо, не надо. Их тут два таких. Я вижу, спасибо. Зырь, 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 как оно нычится. Офигеть, его же не увидишь, не найдешь. И что я с ним должен делать? Где я сейчас вообще нахожусь-то? Там наверх можно, а тут фрукты есть. А убежище? Убежище я тут не вижу. Давайте сюда чекнем, что здесь. И что наверх? Блин, наверх, чтобы карта открылась, было бы хорошо. А! Ну, я кинул в него копье. Долазился, блин, да открывался. Но я вижу, что уже трупец. Сейчас посмотрим, он мне покажет территорию или нет. Хотя, вроде зажмурился, сейчас посмотрим. Что вот это за дикари? Какого черта? Вы его бить не будете, что ли? Че он тут флексит?
Да ёпарасоте. Не, ребят, тогда, думаю, на этом будем серию заканчивать, потому что он, скорее всего, завис. Я думал, эти дикари его хотя бы забьют. Дикари, какие-то муравьи с красными этими, какие-то невидимые ящерицы. Короче, да, новенького увидели сегодня. Стебельки, мимики тоже красиво. Вот, будем потихонечку перерождаться. Все, думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.